Добро пожаловать на канал МЛО. И сегодня хочу сделать обзор ароматизатора пищевого Green Tea & Camo Mile 5 мл. Это жидкий пищевой ароматизатор с нежным ароматом ромашки зеленого чая. Основные ноты – травяная, легкая горчинка, нежный цветочный полутон, тонизирующий аромат. Ароматизатора прекрасно подойдет для обогащения холодного чая, домашнего лимонада, летних прохладительных коктейлей. Хорошо также в составе косметической продукции, тонизирующие добавки для ванны, гели для душа, ополаскиватели для волос, средства бытовой химии, средства для мытья посуды и окон. Также это легкая ненавязчивая ароматическая база для самозамесов электронных сигарет и кальяна. К основным преимуществам ароматизатора Aroma Vapor следует отнести очень экономный расход, широкая палитра ароматов на любой вкус, отличная термостабильность, широкая сфера применения, натуральность компонентного состава, доступная цена при высоком качестве. Сферы применения пищевого ароматизатора таковы: косметическая продукция, кондитерские изделия, напитки, коктейли, десерты, БАДы, комплексы спортивного питания, самозамесы для заправки электронных сигарет. В магазине МЛО вы можете приобрести ароматизаторы пищевые оптом от австралийского производителя по доступным ценам, также в розницу. Вас приятно удивит широкий ассортимент ароматических добавок. Вот так выглядит бутылочка. Она хорошо закручивается, поэтому одушка, ароматизатор нет, делится. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!